ты у точки эвакуации? Да, я здесь. Вижу Бричера, выходи, когда они до тебя доберутся. Я с тобой. Нам эту операцию не разрешали. Так, Бричер, бери первого, кто покажется, и выясни, что он знает. Все ясно. Дасти, идет машина. Вижу его. Дасти, тебе его сверху видно? Ага, заметил его. Так, он направляется к кораблю. Давайте подождем и посмотрим, куда он пойдет. Какого хрена? Что это было? Мурбин! Мурбин! Что расстрелял, а? Ажар! Я что-то вижу. Рядом со складом. Вижу его. Бричер к выходу. Старый грузовик. Узнай, что сможешь. Не потеряй его. Давай быстрее. Всем привет, с вами Алекс Айкил, и мы продолжаем проходить Medal of Honor Warfighter. Погони в шутере? Это что-то новенькое. Кстати, даже тачка управляется вполне неплохо. Его вообще догнать возможно? Дали бы мне тачку побыстрее, и я бы его вмиг догнал. Может, сам попробуешь? Умник. Давай по тротуару. Черт, нарушаешь ПДД, Бридж. А по-другому никак. Да нифига я его не настигаю.
Он несется со скоростью болида Формулы-1. Аккуратно, аккуратно. Скоро будет налево. Еще раз налево. Черт, он прет прямо через рынок. Блин, надо с этим качать. Сейчас здесь будет ПМР. Ты настигаешь его, так держать. Да проезжай ты быстрее, тормознутый. Я гоню на всех парах, но догнать его не получается. Это чисто постановочная погоня. А потом он начнет тормозить. И мы его догоним. Важно сейчас его не потерять. Вот так, резко вправо. Можешь помолчать и не мешать мне? Поздно ты меня предупредил. Прошло 48 часов. Нет, я знаю. Погодите, я вам перезвоню. Том, Притчер. Эй, ты в Мадриде, в больнице. Ты меня слышишь? Лена. У них все хорошо. Все хорошо. Они опоздали на поезд. Лена? Они опоздали? Том. Белла. Она здесь. Папочка. Привет, малышка.
Хорошо. Беру его на себя. А, черт. Он меня заметил. Буду. Не забудь, как только мы доберемся до места, операцией будет руководить генерал Перера. Буду. Утверждаю. Давай. А то мы не знаем. Он еще в Маниле раз 50 это говорил. Да будет группа. Как минимум двое, может больше. Рейд Валентина. За мной. Зря я автомат с глушителем на калаш променял. К счастью, есть еще одна пушка с глушаком. Снимай его. Окей. Мазер, это Вуду. Мы уходим к СПБ. ППЛА показывает кучу народа с оружием в вашем секторе. Свяжемся, когда идем до Бетти. Причер, вас ловить не надо. Пришлем этих парней и пойдем. Постой, Причер. Две цели в домике. Сейчас в ряд встанут. Снимешь двоих одним выстрелом. Двойное попадание. Иду. К той двери. Вперед. Готов? Да. Томагавк все еще недоступен. Ну тогда выбор у нас небогатый. Отлично. Мазер, мы вывели из строя их связь. Огонь разрешаю. Что ты нам расскажешь? Цели на зданиях вокруг вашей позиции. Человек 5. Внутри строений возможно больше. Есть. Тогда будет чисто, вяжемся. Принято. 2 километра до Капитолия. На том суде, в центре. Вот твой Причер. Черт, снайперы! Причер, замри! Не высовывайся! Там, это Мазер. У нас есть поддержка с воздуха? Никак нет! Птички заправляются, еще минимум 20 минут. А не прямая? Думаю, это можно устроить. Причер, используй ЛСУ и подсвети это здание. Один момент. Отлично. Сейчас устроим им сюрприз. Сейчас устроим им кузькину мать. Назад, назад. Да.
Вижу. Прикрываю. Слева, у колокольни. А где колокольня? Я жду только тебя. Ведь немного высохнем здесь. Снова дверь. Готов? Мы открыли томагавк. Только самого томагавка в его руке я что-то не увидел. Да, есть такое. Спасибо. Будь начеку, Брич. Здесь легко могут прятаться обу заяпов. Буду смотреть в оба. И этот тоже. Вряд ли он тоже так считает. Пошли, Брич. Ну пошли, коль не шутишь. У тебя для всех видов оружия патроны найдутся. На 10 это где-то там. Поднимайся, Брич. Между зданиями. Куда намылился? Давай, давай. Да, влепил ему отличный хедшот. Ты
Водных матрасов не хватает. Вообще разруха полная. Как будто мировой потоп случился. Задолбали ими швыряться. Давай, я тебя прикрою. Хотя... Тут невидимая стенка. Так беспалевно ее сделали. Хоть бы преградили чем-нибудь. Силы броска я в этот раз переборщил.
через здание. Мы почти на месте. Отлично. Готовься. Всегда готов. Дробовик мы не открыли. Ну ладно, давай Фомкой. А далеко еще? А, ты сам? Хорошо, Притч. Мы на месте. Засядем под тем знаком. Мазер, мы видим, где держат заложников. Второй этаж, южная часть Капитолия. Понял, Вуду. Что видно? Шестеро заложников. Мужчины и женщины. Три вооруженных охранника. И... Что там? Не могу разглядеть. Вот дерьмо. Халиф. Генерал Баррера. Видим приоритетную цель. Тут Маруан Аль-Халиф. Наш человек на позиции. Отходите. Генерал, наш боец взял прицел. Мы можем стрелять. Отходите, Мазер. Черт, у нас тут еще кто-то. Шейх. Алхамдулилля. قد آن الأوان جاءت لحظتنا. قل لي أي لحظة تلك؟ سبب وجودنا جميعا هنا نضرب الصقر الأحمق. أحمق، أنت سبب وجودي هنا. أنت وعزك سبب قدومي إلى هذه المنطقة الندمة من العالم. يا شيخ لقد رتبنا كل شيء. لقد احتجزنا راهن عيدا. стреляют. Заложник убит. Никак нет, он убил своего. Кто этот парень? Он просто чокнутый. Генерал, мы не можем опознать неизвестного. Отходите, Мазер. Тигр 12, видите цель? Саяшу. Черт, он уходит. Мазер красный, красный, бегай за целью. Воду, держи халифа на мушке, жди. Фигазал, мустанкан, натин. Красный. Занимаем позицию, сэр. Жду сигнала. Генерал, нам нужно опознать. Стреляй давай! Ну! Халиф убит. Халиф убит. Буду. Никак нет, это не я. Игорь 12 выстрелил. Игорь 12, цель уничтожена? Не знаю. Буду, что там у вас? Заложников и цель не вижу. Ричер, идем. Буду, давай к лодкам, нам нужен транспорт. Взрывы в поездах и Басилан, они связаны. Пентрит. Он был там. Кто? Халиф. Стал мучеником прямо у меня на глазах. 35 жертв. Теракты были и на других вокзалах. У нас только об этом и говорят. Я не вернусь. Я завязал. Среди них было 12 детей. Мы опознали человека в Басилане. Сад Аль-Дин. Он же Ибрахим Аль-Нажди. И это только начало. Том, все в порядке? Да, все хорошо. Начало чего? Это нас не касается. Так не может продолжаться. Все, что там происходит, касается тебя, касается нас.
впусти меня в свою жизнь. Хотя бы немного. Вот он в ответочку. Держи. Это ты стрелял? Я выполняю приказы. Гребаный генерал ни хрена не знает. Тупой генерал. Прикройте-ка меня, ребятки.
Твоих там нет. Подпали их. Понял, пришло. О, нам дают за миниганом посидеть. Класс. Перегревается, зараза. Надо стрелять короткими очередями. Там, у тебя еще стрелки. Помечаем цели. Возле входа, там. Ага, увидел. Придурки сами под пулемет прутся. Долбаные психи. Мы снова возвращаемся в шкуру Притчера. Мы заходим и освобождаем заложников. Если ничего не делать, они трупы. Принимаю командование на себя. Хорошо. Переключите рации на 1-4. Приказы только от него. Мы идем за заложниками. Мне понадобится пара твоих лучших ребят. Икау, а икау. Сумама каю хамана. Мы идем слева. Твой отряд идет справа. Внутри встречаемся. Все ясно? Вперед. Рич, ты со мной. Само собой. Думаю, мы можем там зайти. Отлично. Сюда. Куда направо? А не ба се хуа, я ба дю. Что делать будем? А меня кто прикрывать будет? Знаем,
на лестнице! 10 часов! Они в укрытии! Бричер, выбей его! Один идет к месту расположения заложников. Цель справа! Вот. 10 часов! Чисто! Нужно добраться до заложников! Времени мало! Да, время поджимает. Выполняю. Странно, что дробовик недоступен. Я уже явно больше 4 хедшотов набил. Готов? А, может их надо выбивать во время вот таких моментов? Вытащим вас отсюда. Вуду, это Мазер. Где там мои лодки? Мазер, мы вас видим. Часы тикают. Либо сейчас, либо никогда. Понял, Вуду. Идем к вам. Верхний этаж налево. Двигай, двигай. Паладин 1, это Мазер. Направляемся к точке сбора Альфа. Понял вас, Мака. Вперед. Астра 12 попали. Си-2, большое количество солдат противника на реке. Можем прикрыть отход Мако. Бричер, становись за гранатомет. Побыстрее. Да, все сели, поехали. Мака 1, Си-2, молодец, один, идет в ручьях. Сигнал выставь. Понял. Мазер, прикрывай. Тут везде абутаяфовцы. Смотри, чтоб заложники не высовывались. Все понял, буду. Молодец 1, это Мака 1. Понял, Макэнди.
радар показывает движение на А. Похоже, враги. Давай назад. Давай за ним. Живее всех живых. Мазер, ты конец, нужно идти к точке сбора Браво. Вас понял, Паладин один. Я в порядке. Тихо, пригнитесь. Теперь я за баранкой. Понял, направо. Других направлений тут как бы и нет. Вперед, налево. Цель на верхнем этаже. Мазер, шевелись. Ближе, не теряйтесь. Жми на газ, Брич. И-2, это Мазер. У нас один тяжело раненый, 2 средних. Готовьте медиков. Цели на мосту. Это предельная скорость. Идите слева от контейнера воза. Мы почти в точке Браво. Мако, готовьтесь к выходу через точку Браво. Вас понял, Паладин один. Вертолеты, за вертолетами. Паладин один, у нас на борту трое раненых из своих. Один критический. Понял вас, Мако. Ну уже давай, Мако, давай сюда быстрее. Все нормально. Вы с нами. Мы везем вас домой. Паладин один, можно улетать. Нормально, зацепились. Давай, давай. Вас понял. Все два, это Паладин один. Мако у нас один ранен тяжело, 2 средние. В 5 минутах. Нам нужны носилки. Поняли, Паладин один, в режиме ожидания. Это секретная программа. Наше новое совместное предприятие с Лэнгли. Они назвали его отряд Blackbird. Мне нужно время. Поправляйся, но не тяни.
Мир меняется прямо у нас на глазах. Похоже, у Вуду и его парней будет много работы. Да, он тоже в деле.